Всем привет, мои хорошие. Вот и новый день. Красота, у нас тепло очень. Мы с Наталькой собрались к зубному, к стоматологу. Наталька собралась. А мне как делать нечего, я тоже с ней. Еду погуляю. Там еще Иришка с нами едет. Ей тоже там по делам что-то надо, так что едем вместе, пойдем прогуляемся чуть-чуть. А то дома надоело сидеть, делать нечего. Так что чуть-чуть нужно нам прогуляться. Да, Занька? Так что такие мы красоточки, как обычно. Наталька, доченька, в общем, поехала. То, что ей по времени зуб лечить надо, а я Иру встаю, что у нас она где-то с работы бежит. Так что встаю, под кустики спряталась, чтобы солнышко не напекало. И жду, где-то она бежит, сказала, бежит, бегом, бегом. Не видать мне. Не видать, не видать. Сейчас прибежит. Иришка бежит быстрее, быстрее, быстрее! Приветики, ребят, еще раз. Приветики. Вот, мы с Иришкой едем. В общем, на ЖД. Поедем, погуляем по магазинам. Что-нибудь мы померяем. Что возьмем, да? Может быть, прикупим что-нибудь. Так что, если прикупим, то покажем обязательно. И примерочку тоже покажем. Так что, смотрите. В общем, зашли в банк денежку снять. Я волос собрала, то что это... Жарко. Собрала волосы, шею что-то, ну, пока посидела в газельке, прям так собрала, пускай нормально же так. Пойдет. Что, сняла? Да. Все, погнали дальше. Такой купальничек одела. Вообще прикольно. Наташке бы ей понравился, я бы дочь сейчас отправлю. Видосик. Наталья, ты там смотри, не упади. В телефоне сидишь. Где она? На ступеньке наступает, наступает и падает. Я хочу кофе. Хочу кофе. Я уже пепси выпила полбутылки. Хочу кофе теперь. У меня помадка это тоже не стирается, другая. В общем, стоим мы, ждем газельку. Наталька уехала гулять в центр. А мы поехали на телевизионку, да? Нам кое-что еще там купить надо. Так что катаемся и гуляем. Мы даже не сфоткались еще нигде. Вообще. Сейчас быстренько где-нибудь организуем фотосессию. Мы что, в пробке стоим? Ну да. Пробка. Кстати, мы сегодня только целый день гуляем. Ходим и ходим, ходим и ходим. Да, я что-то это хочу есть, я голодная. Накормите меня, пожалуйста, мясом. Кидайте. Хочу мясо, хочу шашлык. Сейчас не знаю, если найду. Я хочу мясо поесть. Срочно. У меня, в принципе, дома плов есть. С мясом. Сейчас добегу и пойду есть. Я голодная, вообще не могу. Почему я всегда голодная? Хочет мне дочь тоже. Мам, ты чего? Я говорю, я хочу есть. Меня никто не кормит. У нас уже время много, а я все иду. Смотрите, вот такой рожок взяла. В магнитке за 17.50, что ли? Холодненький. Все закрыто? Обратно. Надо будет это. Потом сходить сюда. Может быть, тоже здесь. А ты мороженое не будешь есть? Нет. Оно же растает. Я сейчас поем. Аппетит перебьюсь я. Ну, еще какая-то. Да время уже. Так-то поздно. Что, наверное. Ну сколько гуляли? Сколько? Ну все, уже закрылись. Что такое мороженка? Мне, конечно, тут вот на руке пакет тяжелый, меня вот так вот переваливает в одну сторону. А я что? Чего? Масло я так и не взяла, да? Ты сказала, завтра пойдешь. Да? Угу. Звездень. А что это мороженое? Надо ставить.
Я не знала, блин, этот какой. Эй, он сразу съел. Стаканчик хрустящий, вкусный. Вообще обалденно. Качается. Качается, я вчера шла. Сила. Конечно, пакет бросила, я сила. Знаешь, в 11 часов. А когда мы с вами на качели? Так в 11 часов надо идти. А что? А потому что там народу много. Ну, по-моему, в 11 часов. Так где-то 10:30. Я не уснул. В 10:30. У меня Кристинка, он допекает меня. Давай сходим. Сегодня, что ли? А когда? А я спать-то когда буду? Завтра на работу. Ты спать хочешь? Ну, как-то да. Придумал уже спать. Я не хочу. Я допоздна лежу. Как-то да, хочу. Баньки. Ясно. Ну, не знаю, можно и сныкать. Сейчас порешаем, поем или нет. Мы устали, надо поесть. Да. Я сейчас вон поем и все, наверное. Мы уже доскакали до дома. Ну, конечно. Они пролетели возле меня, даже нет, они не увидели. Кристинка. Какой самолет над нами пролетает. Большой. Я самолет снимала. Вот я уже и дома, мои покупочки. Тесто это я еще в светофоре тут раздела. Я его просто достала, чтобы разморозить. Буду готовить сосиску в тесте. Сосиски взяла. Это взяла листы. Они, кстати, по акции 134, что ли. Или 124. А так они 170 стоят. Я, короче, купила их. Слайсы вот такие взяла. Доченька у меня такие любит. Степану батон. Для Себы дынечку купила. И эти, кто это? Нектаринки взяла чуть-чуть. Они тоже детки не едят, я только ем. И помидорчики взяла. А, вот такие еще батареечки. И дочь вот такой себе топик выбрала. Маленький. Заниматься, чтобы спортиком. Так что такие мини-покупочки у меня сегодня были. Погрела я себе пловик. Окрошку я уже не захотела есть. Хотя окрошечка у меня есть. Но я не захотела окрошку. Я утром кушала. Салатик сделал, один помидорчик. Один огурчик, сметанка. Так что приятного аппетита. Мне и вам. Конечно, кто кушает. А я села за компьютер. Покушать. У нас что-то нам соседи орут. Дети играют вообще жутко. Я села. Пантерка. Сейчас я дыньку разрежу. Она ходит, короче, как мне. Кушать. Что? Сейчас же сказала, я покушаю и буду дыню резать. Орёт. Давно съедом. Я кушать уже все положила. Все равно. На диван залезли. Сзади. С котенком бегают. Играет вообще. Я сегодня даже кровать сегодня не заправляла. Потому что Рик спал со мной. Он, в общем, я встала, пошла, а он спит. Мне было жалко сдвигать. Я с краешку так вот одеяло положила, покрывальце положила сбоку. А он спал посерединке, как барон. Я его не трогала. А когда я сплю, он меня за ноги кусает. Ложечку надо. Тут сметанку хочу поесть. В общем, сходила я за ложечкой. О, вкусно вообще. Сметанка. Укропчика нету, я с зеленым луком сделала. Вчера укроп весь нарезала в окрошку. Нет у меня укропчика. Так что. Ходит, ждать. Пантерка, сейчас я покушаю, потом пойдем дыньку есть.
Гостей целая куча зашли. В одноклассниках я шарюсь. Раньше, кстати, любила больше помидоры. Прям вообще. А сейчас больше огурчики люблю. Вы как? Так мне никто не отписался. Сумочки показать вам или нет? Наверное, не интересно. Вроде смотрит кто-то видео. И пачек-то кверху не забываем ставить. Олеки. Отдаю котенка. Кому надо. Котик хороший. Что-то объявление выставило на Авито. Никто не... Сообщение интересное пришло. Я сокровище пиратов всегда люблю играть. В одноклассники, если захожу, обязательно играю. Не знаете, какой уровень? Сейчас скажу. Вообще не включила. А где я? 6028 у меня уровень. Сокровища пиратов. Так что, кого сколько кто играет. Ночью мне гуляют, стиркой гуляют. Тишина в дома. Кошки гуляют тоже. Зря на меня не разошла сразу, сходу накормила. У нас даже водичка налита у кошки. Тарелка почти полная. Обязательно, если она мяукнула и сидит. И у нее кушать стоит. Значит, обязательно мне нужно вылить воду, помыть миску, налить ее чистой воду. Я уже знаю. Я сразу наливаю ее. Сейчас не знаю, нектарин поем или дыньку. Наверное, дыньку разрежу. Потому что он охрана сидит, ждет. Она дыньку сразу учила. Вкусненькая, такая голодная была. Зашел в магазин. Все хочу съесть. Мороженое ела по дороге. Я думаю, Рики, ты что за ноги хватаешь мне? Я думала, приду, аппетит у меня пропадет. Угу, пропал. Конечно. Я еще больше захотел есть. На мотоцикле кто-то катается. Знать еще. Вообще. Сейчас салатик доем. Пойду. Дыньку резать. Тут лучок со сметанкой. Вообще, ребят, очень вкусно. Так что все, я скушал. Воду дыньку порежу.
В общем, нарезала я дыньки себе. Пока сейчас я резала дыньку, как у меня пантера орала, бегала вокруг меня. Вау! Таким криком. Вот она моя дынечка вот такая. Надеюсь, вкусная. Я еще даже не попробовала. Вообще, вкуснятина. Дыньку вообще раньше не любила. Сейчас так дыньку любит стала. Ну, помада, видите? И реально даже не пропитывается. Вообще удобно с такой ходить. Не стирается. Короче, кто-то пришел. Ладненько, друзья. Всем пока. Завтра ждите новую серию. Пока всем.